Это знаменитый Беловский водопад, Новосибирская область. Вот такое живописное место. Тут речка течет с водопада. Этот водопад искусственного происхождения. Здесь насыпана дамба, и когда-то эту дамбу прорвало. И получилось, что водоем, который вон там, за этой дамбой, он постоянно проходит этот водопад. Видимо, там идут постоянные подпитки родниками, и поэтому водопад круглогодично спадает. Высотой это вот этот водопад где-то 4 метра. Может 5. Вода там теплая, и можно купаться целый день. Вот там вот удобненьком водоемчике. Водоемчик глубокий. Подплываешь туда и делаешь себе гидромассаж. Чем мы сейчас и займемся. Мы забрались на достопримечательную гору в Новосибирской области, она находится, называется гора Зверобой. Общее название — Бердские скалы. Проезд тут, конечно, жуткий, но мы взобрались. Наша машина осилила. Такое живописное место здесь. Река Бердь и горы. Ну, высота, наверное, 300-400 метров. Что-то так. Это место в Новосибирской области знаменитое, потому что других таких высоких гор нету. С живописной тайгой. Ну, не тайга, а лес смешанный. Береза, сосна. Очень много грибников здесь. Thank you.